Привет! И вы на канале Сесть Встреча! Сегодня мы будем украшать нашу комнату. Ну и, конечно же, наряжать елочку. Ну что, поехали! Ну что, начну я украшать мою кровать. Вот у меня есть такая гирлянда. Она с такими игрушечками красными. И сейчас я ее положу на эту полочку. Like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you and how I'm just nearby. I know what I gotta do. I must give it a try. So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. We can take a shortcut through the park. Walk real close, holding hands there. Ну что, вот моя кровать и готова. Мне очень нравится, как пахнет апельсин с гвоздикой. Поэтому я его положу вот сюда вот поближе. Ну что, пойдем посмотрим, что там делает Ксюша. У меня тоже на кровати будет такая вот гирлянда. Она у меня с колокольчиками. Окошко мы уже давно украсили вот такой гирляндой, которая раньше висела вот здесь. На наш рабочий стол мы поставим вот такой вот Санта-Клаус. Елочка у нас будет стоять вот здесь. Это наши елочные игрушки, красно-золотые. А елка у нас белая. Все, наша елочка готова. Ну как вам она? Она у нас немножко похудела. Да ладно, шутим. Ну что, мы уже развесили на ней гирлянду. И теперь будем украшать елочными игрушками. Мы долго спорили, каким цветом мы украсим елочку. У нас есть синие шарики, красные и золотые. Я хотела синий-золотым, а я красный-золотым. В общем, мы решили, что мы повесим все цвета, чтобы никому не было обидно. Ну что, давайте приступать. Я буду вешать такие вот кристаллики. Вот у меня их много. А я буду вешать вот такие вот снежинки. Sometimes it's distant, but never.
будет стоять у нас олень. А сейчас мы сделаем новогодние подарочки. Нам понадобятся пустые коробки и оберточная бумага. И теперь обворачиваем наши коробки. И кладем их под елочку. Сейчас мы украсим наш обеденный стол. И стоять на нашем столе будут такие красивые свечи. По кругу украсим шишечками. И еще одно украшение для гостиной – это такие подсвечники в виде снеговиков. А рядом будут вот такие вот шишечки. А теперь сделаем новогоднюю картину. Нам нужна обыкновенная рама от картины и елочные игрушки. С обратной стороны картины прибиваем гвоздики. Подвесим наши елочные игрушки на ленточку. Очень важно делать их разной длины. И вот такая вот картина у нас получилась. Ребят, надеемся, вам понравилось, как мы украсили нашу комнату. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. А мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!